В преддверии 164-го творческого сезона областной академический театр драмы получил долгожданный подарок – новое световое оборудование для сцены. Это стало возможным благодаря государственной программе сотрудничества со Всемирным банком развития, а также региональному софинансированию. Прежнее световое оборудование служило новгородской мельпомене с момента возведения здания драмтеатра и за минувшие 30 лет катастрофически устарело. В прошлом году за счет средств областного бюджета была модернизирована электрораспределительная система сцены, что и позволило заняться полной сменой световых приборов. Новых софитов будет 56 вместо прежних 12, и, по словам директора Всеволода Чебенко, они революционно преобразят картинку для зрителя. Это для любого театра, тем более для такого большого, солидного, это неоценимое вообще просто приобретение, потому что моментально улучшается качество, тем более, что сейчас все зрители у нас искушенные, все знают, что такое шоу, что такое хороший свет, что такое хороший звук. Кроме того, все оборудование светодиодное, а значит, более экономичное в плане потребления ресурсов, что немаловажно для такого большого здания, как Новгородский театр, и соответствует всем нормам пожарной безопасности. Теперь у вас существуют приборы, которые полностью автоматизированы и управляются художником по свету. Вот. Таких приборов много, они на каждом софите и на выносе. Прежнее световое оборудование будет утилизировано по всем правилам. Впрочем, самые раритетные приборы могут отправиться в театральный музей для экспозиции, посвященной стремительному техническому прогрессу.